Эта башня, построенная в начале 20 века на самой высокой точке полуострова Флорида, является творением Эдварда Бока, который был редактором домашнего журнала для женщин в течение многих лет. Начав свою карьеру бедным голландским эмигрантом, после достижения успеха и богатства Бок основал этот парк в знак благодарности его новой родине за предоставленные возможности. Башня Бока знаменита своей звонницей из 60 колоколов, которые поют по 30 минут 2 раза в день. Гуляя по дорожкам парка и созерцая его природные рукотворные красоты, испытываешь настоящее наслаждение, еще и от ласкающего слух божественного колокольного звона.